Всім доброго дня, щирі українці. Ассаламу алейкум, браті і сестри. Мархаба, пацани. Шалом, Ізраїль. Купив я очередную прикольную вещь. Сейчас я ее посмотрю очень быстро. Она приехала только что с Японии вместе со мной. Хаябуца, куцамуца. Так что вот штучка большая, очень большой ящичек. Приехал с Японии. И сейчас я посмотрю, что же это такое. Это очень большое. Кто знает оно? Что это такое? Ну давайте сейчас мы распакуем, потому что самому очень интересно запомнить такое редчайшее событие. Вот. Запомнить и посмотреть, что же здесь находится. Вот такая вот упаковочка. Хорошо упаковали все, а самое основное внутри. Посмотрите. Японцы, просто повторяюсь неоднократно, они в плане качества, в плане техники, в плане всяких прикольных вещей, они просто мастера. В те годы особенно. В те годы они, наверное, были лидерами. Посмотрите, какая большая коробка приехала с Японии. Но самое интересное, что находится внутри. Это, называть ее не знаю как, это уже надо гуглить. И мне в том числе сейчас искать какую-либо информацию за нее. Ну, это автомобильная магнитола, целый комплекс, скажем так, система Car Compo Cockpit Национал. Ну, грубо говоря, Panasonic Национал. Это музыкальная система, скажем так, да, наверное. Ну, внутри коробочный экземпляр, очень редкая вещь, потому что, ну, я вообще ни разу не встречал никогда такие вещички. Они стояли вроде бы в японских автомобилях, в представитель, ну, в люксовых седанах, на крыше, устанавливались на крышу. Вот, обратите внимание, просто бомба. Все остальное буду изучать. Сейчас просто посмотрю, что это такое за существо. Интересно, какого года? Я думаю, о, тут даже вот посмотрите картинки. Сейчас это тоже надо запечатлеть. Вот как она ставилась на потолок. Кстати, да, очень удобно. Кассету вставил, настроечки все вверху. Все как в самолете. У кого была такая вещь, пожалуйста, пишите, очень интересно. Такие картиночки красивые. Ой, блин, молодцы, ну что ты скажешь. Вот какая она есть. Бомба, ребят, бомба, документы, все есть. Это ж просто находка, на самом деле интересная. Ну да ладно, вот. А, тут у нас что еще? Коробочка с шнурами. А вот. Правда, все задом наперед. Вот сама магнитола. Там лампа, походу, она ламповая, что ли. Вот. Как все сделано. А здесь, скорее всего, для зеркала пространство. Супругое такое. Такой вот Hi-Fi Auto System. А вот здесь, кстати, видите, тут... Сейчас я по-другому встану. Так будет, наверное, интереснее. А здесь как эквалайзеры. Они моргают. В общем, такую вот
такой вот ништячок я приобрел. Так, все, что? Посмотрели, теперь буду искать информацию, читать и смотреть видео, если найду, что же это и как оно звучало, как оно работало. Всем хороших находок, пока. А, кстати, вот еще классные колонки тоже. Просто топ. Такие тяжелые. Это из последних моих покупок. Но это уже давно лежит кассета. Это такое. Все, оно классное такое. Это самое Феррари такое распространенное. Самый такой дешевый сегмент, который можно было раньше купить. Это топовая линеечка с эквалайзерами. Это уже у нас, наверное, конец 80-х, 90-х годы. Philips с CD-ченджером. Такой комплект боевой, скажем так. Hitachi тоже старенькая, просто как кассетная магнитола, без радио, без всего. Хорошая вещь. Это все потом, очень много всего интересного. Но это пока что, ну как, не сверх топ, но ну, интересная вещь. Я такую вижу впервые. Всем хороших настроений. До побачення.